в начале выпуска «Привет с орбиты». Космонавт Олег Артемьев поприветствовал ростовчан и гостей города с борта Международной космической станции. Он пожелал сборным поддержки болельщиков и побед на чемпионате мира по футболу. Уважаемые жители и гости Ростова-на-Дону, в эти дни нас всех объединяет наша любовь к этому, наверное, самому популярному виду спорта – футболу. Многим из вас этот чемпионат дал возможность посетить Россию, наш гостеприимный город. И этот небольшой, но очень интересный музей космонавтики. Наш экипаж Международной космической станции тоже следит и болеет за наши любимые команды. Но иногда они бывают соперниками. Но это не мешает нам дружно жить и работать в космосе. Желаем достойной игры нашим командам. Желаем вам космической энергии, здоровья, новых побед, благополучия, мира и процветания. Олег Артемьев, российский космонавт-испытатель, который совершил космический полет к Международной космической станции на транспортном пилотируемом корабле в 2014 году, участник двух космических экспедиций.